В объективе «Малая Родина» в Гродно подвели итоги конкурса «Скарбница моей Краины». Свои фото и видеопроекты прислали более 150 участников. Это школьники, студенты, как любители, так и профессионалы. Одним словом, все, кто любит родной город и считает его своей «Малой Родиной». Технические требования для авторов работ были минимальны. Снимки можно было делать не только на профессиональную аппаратуру, но и на камеры мобильных телефонов. Главное, что оценивало жюри, это оригинальный взгляд, творческую задумку и душевную теплоту, передающую свое отношение к родной земле. Меня впечатлило очень много работ, особенно серии про Гродно, концептуальные серии. Какие-то идеи даже для себя подчеркнул. Надо учиться везде, у всех, даже у молодежи, вот, и впитывать эту энергию. Ну а сам конкурс, я считаю, что это огромная мотивация для самореализации. Надо участвовать в конкурсах, проявлять себя, вот, ну и смотреть на других, учиться у них. Работы жюри оценивало в 15 номинациях – архитектурные памятники, природа, люди и эмоции. И несмотря на то, что подавляющее большинство участников – это не профессионалы, а любители, их фото и видеоработы удивили искренностью и необычным взглядом на предложенную тему «Малой Родины». Детская безмятежность, бесхлопотность, вот это вот в поле с раскинутыми руками, свобода. Для нас, людей городских, которые привыкли вот сидеть в какой-то коробке, и Русиня – это вот для меня моя сестра. Вот среди этого поля это есть моя малая родина. Фестиваль фото- и видеоработ «Скарбница моей Краины», хотя и прошел в Гродно впервые, вызвал широкий отклик среди участников. Не исключено, что впоследствии он станет ежегодным. Что касается более краткосрочных перспектив, уже очень скоро оригинальные кадры и фотографии победителей можно будет увидеть на стационарной выставке. Будет открыта фотовыставка «Авторский погляд», в котором мы отобрали самые интересные и необычные снимки, фотоснимки, приуроченные к этому фестивалю. Каждый желающий свободно может ее посетить и полюбоваться, открыть, возможно, для себя что-то интересное и необычное в «Малой Родине». Также лучшие кадры и самые трогательные снимки, посвященные «Малой Родине», будут напечатаны в глянцевом журнале «Гродно».